Всем добрый вечер, Купец Андрей Невский. Сегодня вспоминаю классику дзюдо, несмотря на то, что один с английской куртки, другой вообще непонятно в чем. Следующее, удушение. Берем односторонний захват, да, ну, два захватика, да, боремся. Я его сбиваю подсечками, ногами, там, подсадом таким, вот таким образом сбиваю его вот сюда. На ноги, сбил на ноги, рука уже на месте. Отсюда сразу же таким петлеобразным таким движением руку держу обязательно. Забрасываю на шею, вот сюда завожу. Дальше идет перемах, отпускаю руку, перемах через лопатки левой ноги. И левой рукой прихватываю за поясок. И здесь душу. Можно кувыркаться, можно падать на спину в этом положении, можно вперед. Мы сейчас просто принцип покажем. Сбиваем или подсечками, вот такими, да, и сразу вот таким движением. Раз, прихватил. Можно просто садиться здесь и работать этой руки вот сюда. Почему надо хватать за пояс? Потому что если у него таз будет двигаться, то он сможет каким-то образом улизнуть из моей, от моего удушения. Так сбиваем или сбиваем вот таким образом. Да. И можно кувыркаться вперед, можно падать на спину, можно ломать, душить здесь, падая. И здесь очень важно работу пояса не просто касаться, а его как бы жестко держать и тоже подтягивать за пояс, чтобы он никуда не ушел. То есть я тяну за пояс его, ему даже становится худо, точно. И вот отсюда работа. Бедро вперед, рука на себя, левой рукой подтягиваем за пояс. Вариантов много, это принцип. Сбили, рука уже на месте, петелька, контроль, удушение. Спасибо, удачи.